Поддерживать избирательный участок в чистоте – тоже обязанность членов УИК. Санобработка столов и кабинок для голосования проводится ежечасно. Избирательный процесс должен быть не только максимально прозрачным, но и безопасным, чтобы не допустить распространения коронавируса. На участке у нас есть санитайзеры, все средства индивидуальной защиты. Мои коллеги сидят все в масочках. У нас есть перчатки для тех, кто хочет воспользоваться ими. Кабинки мы протираем. Как и большинство избирательных участков Одинцовского округа, УИК в Немчиновском лицее оснащен комплексами обработки избирательных бюллетеней. Это увлекательно для голосующих и удобно для членов комиссии. Нам, конечно, удобнее, потому что в КАИБах все подсчитывается. Во-первых, это все прозрачно, все видно. Избиратель видит, что его бюллетень ушел, его голос посчитался. И автоматически считаются все голоса за сколько недействительных, если они вдруг есть. И у нас протокол выходит, где уже все посчитано. То есть это исключает ошибку, человеческий фактор. За ходом голосования пристально следят наблюдатели. Соблюдение всех требований проверили и депутаты. Все идет в штатном режиме, потому что мы сейчас тоже пришли, посмотрели. Все абсолютно предусмотрено согласно законодательству Российской Федерации. Люди приходят, голосуют и волеизъявление свое проявляют. Чтобы сделать свой выбор, у россиян было 3 дня. Участки для голосования закрылись для избирателей ровно в 8 часов вечера воскресенья. Члены комиссии приступили к подсчету голосов. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».